Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, команда Нейро Ап вступил в команду. Так, сундук забираем. Крылья, ускоритель фляг, форсаж и ускорители. Окей. Так, результаты. Дикий стул. Да, смотри, победили. Гели Фиш у нас на первом месте. Даймир Гонщик на втором. Красавчики. Пир Ваня. Пиар Ваня. Ванька пиарщик у нас там. Так, управление в воздухе, колесный ускоритель. Здесь у нас крылья, стартовый ускоритель. Деньги, ну денег маловато. Я не знаю, на байк мне хватит прокачать там еще один уровень или же не хватит. Так, забираем самоцветы. Всем привет. Поздороваться обязательно. Так, бесплатный сундук открываем. Земнешинный колесный ускоритель. 169 тысяч, не знаю, ребят, посмотрим. Новая краска на чудовище. Даже так. Че я хотел-то? А, ну правильно, я хотел посмотреть, на байк хватит мне? Хватает, да? 140 тысяч. Ну что, повышаем еще один уровень. Итого у нас 180 тысяч еще нужно будет. 180, а потом, наверное, еще и 200. До полного, так сказать. Для полного кайфа. Кого бы взять? Такого хипаря? Хипарь. Ну что ж, хипарь, сегодня будешь отдуваться за всех. Зимний кубок, желтый снег. Я уже объяснил, почему он желтый. Все, наверное, так знают. Да что такое было? Почему я там, ребят, споткнулся? Это кто такой? Туна? Туна? Или кто это? Или Тина? Наверное, это была Тина все-таки. По-другому ее назвать нельзя. Че он там делает? А то, что он кренделя вот эти выписывает, это ему как-то помогает? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого я не знаю, помогает ли это ему как-то. Но первое место он успел урвать. Мне совсем немножко не хватило, так сказать, его обогнать. Совсем там чуть-чуть. Попробуем сейчас. Что-то как-то у меня машина едет хлипковато. Ну, ладно, ребята, взяли мы первое место. У нас 10 тысяч кубков. Друзья, скорее всего, сегодня мы фигушки. Точнее, не сегодня, а вообще в этом месяце я, наверное, топ не возьму. Ну, ты понял, да? Из-за рабочего графика я не мог часто играть. И уже 10 число сегодня. Сегодня 10 число. А у нас даже конь не валялся еще в игре. Мы еще даже 10 тысяч кубков не взяли. Так что вряд ли мы здесь будем топчиками. Или это надо просто, знаешь, это целый день надо убить. Целый день. Или целых 3 выходных, чтобы просто сидеть, бомбить, бомбить, бомбить в эту игру. И тогда, может быть, что-нибудь да получится. Но я устану, друзья мои, я просто устану элементарно. Столько времени, например, играть. Опа, и красивенько так на взлет полетел. Так, у нас последняя гонка. Да что ты, блин, в крокодила этого втюхался? Ну нафига ты вот. То в крокодилов, то в стулья в какие-то дебильные. Давай, бери первое место. Первое, все, ребят, выиграйте 5 гонок. Мы сделали это. Получи от нас подарок бесплатно. Что за подарок?
Дубликат, дубликат, дубликат. Да у меня уже, как ты видел, дубликаты одни. Получил от вас подарок дубликатов. Маневр на мотокроссе нет. Получите 10-50 времени в воздухе в застойном болоте. Ничего не легче. Так, большой воздушный кубок. Большой воздушный кубок. По-моему, вот на этой машинке можно, ребят, нормально взять. По-моему. Вот прыщ рыжий, а вон там он. Да как так-то, блин? Ребят, ну что он летит в воздухе? Что за читерство-то, ё-моё, блин? Ни крыльев нет, он летит в воздухе, блин. Фиг знает им откуда прилетел. Просто прилетел, блин. Давай ты шурши, блин. Чулками, блин. Молодец, красавчик, здесь выиграли. Блин, там, вот это вот сложная трасса будет. Почему моя машина так не летает, как у него? Ну, посмотри. Я не знаю, что он там жрет, какие-то стероиды, наверное. Как он так может делать? Я не понимаю этого. Так, команда, команда. Чё не спим? Чё не спим? Добрый. Встал недавно. Ай. А мы с тобой вот так вот не спящие. Так, зима на носу, ребят. Зима на носу. Че будем проходить зимушку, зиму? На хилке, на ХКР-ке. На ролейке, ё-моё, ХКР-ке. Он опять засых, а начинает, ребят, тут выкрутасы свои делать. Так, я их тут обставил, кстати. Причем, слушай, так замечательно их обставил. Двух этих сакунков там. У нас что, одна гонка, что ли, здесь? Я не пойму. Трасса какая-то длинная. Я понял. Это у нас... Давай потихонечку возьмем. А теперь можно втапливать. Так как горючку я подобрал, и мне уже ничего не страшно. Детка Гуфи. Детка Гуфи. Ну, вообще нормальный у меня отрыв получился. Кубок «Скалистая дорога». Ну, здесь правильно, что мы взяли. Я вниз, ребят. Ох, как там чудеса на виражах-то вытворяет. Ты видел? Да чтоб у тебя горючее кончилось. Ты засыха, блин. Лезет он. Куда его не просят. Ну что ты, ну... Ты посмотри, а. Как эти, щеглазадые. Корявый заехать не смог. Фу, фу, фу. Фу. Точно щеглазадый. Нормально. А у нас все, как говорится, хорошо получается. Мы взяли первое место. Теперь главное держать марку. Так, я вниз. Чудило, ты запарил там уже с своим этим. Чтоб он тут
застрял, а? А он, по-моему, так и так застрял. Или горючее у него кончилось. Не знаю, короче, я его не видел. Ну, а мы с тобой сундук заработали первый. Крылья-ускоритель фляг. Помылся только что, вот вышел, решил выгрузить, а ты тут. Давно не был тут. Работа. Да блин. Так, ну что, ребята, лесной кубок. Давай мы, наверное, блин, лесной кубок. Может, на байке? Что-то я не помню, лесной кубок. Это что у нас там? Тихо ты там. Да ты... Едь давай. Он так и хочет, гад, перевернуться, а? Я пытался, друзья, выровняться. Я так и думал, что сейчас на этих камнях, блин, щеглазады перевернется. И так и получилось. Камни это его, ребят. Я сейчас вообще не понял, что было. Вот что значит, когда долго. Это полный крах. Ребята, это полный крах сейчас был. Это что, что я сейчас вообще сделал? Я тебе скажу, что я сейчас сделал. Я просто обделался по-жидкому. Просто по-жидкарю. Сфейлить просто три гонки. Разбиться в мясо. Нормально? Такое только я могу чудануть. Опа, 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 опа. Ты глянь, Квазимода там какой наяривает. А? Ты видел? Грязножопый бежит, летит. Ну хлыщ, а, базарный. Он еще, видишь, он еще экономит. Он на прыжках не подгазовывает. Чтоб ты горючку эту не взял, а? Утырок несчастный. Я аккуратненько буду ехать. Я... Так, а эта горючка ему нужна, как манна, ребят, небесная. И за нее, естественно, он и профукал свое местечко, потому что постоянно ехать, сам понимаешь, на подгазовке, да еще и с этой штукой, ну это просто невозможно. Так. Фига себе. Они тут, как тут уже прихвостни бомжовские. Эй. Пошли прочь нафиг от меня. Фига себе. Лезут уже, понимаешь? Уже шуршат там колготками своими. Погнали, у нас болотистая дорога. Блин, я тут вижу. Да-да-да-да-да-да-да, ребята, тут супердизелек. А этот начинает выпендриваться, да? Этот перевертыш, как его там звать-то? Вертушка. Вертухай в простонародье. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, дизель! Ага. Я шустрее, я мудрее, я лучше, я круче. Все, я колбаска от часов заря. Давай, 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 не тупи. Питупи. Так, берем горючку. Ныряем вниз. Нет, не позволим этому щеглазадому нас вырубить. Фух, нормально. Шик и блеск. Ну что, последний у нас. Да твою налево, я. О-о-о, все, ребят. Все, 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 все. Эта гонка. Проехался по крокодилу. Уж заикаться дошел. Ну давай Лаури этого хотя бы. А что с ним, я не понял. Не важно, ребята. Так, мы первое место занимаем все равно, как ни крути.
Только хотел сказать, что туннелей сегодня не было. И вот они, ребят, туннели. Вот они. Хитрожопый, что ли, самый, я не понял. Ты видел, как папа может? Все там что-то... Твою налево. Давай. Газу. Гаденыш. Фух. Аж потника пустил, ё-моё. От такой натуги. Давай, газуй, ты видишь? Ой-ой-ой-ой-ой, тупанул, ребят. Че, самый умный, что? Оу! Сюда, сюда, сюда! Правильно, 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 правильно. И... изи! Изи-пизи, very good. Где поймает, там и прут. Так, давай, 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 радость моя. Ну, выжимай себе последние там соки. Не давай этому гниложопому нас обогнать. О-о-о, рыжая хмырьё, ребят, перевернулся. Это прям бальзам на душу. Это что за каракатица тут? Идите в баню. Я сам здесь впервой. Да, да, ребята. Ладно, давай, удачи, вы набрались, как по видео, я спать. Ага, пока, пока, Геля. Геля. Я надеюсь, не обидится за Гелю-то. Так, ну что, кубок лесов. Нифига, это... А, ракета. Это он так с ракеткой лупанул, да? А мы без ракетки нормально лупим. Ай, дуралей, дебилушка, ай, дудлик. Да пасик, ё-моё, усы сбрил, зачем, только непонятно. Красавчик. Даже здесь, ребята, успел урвать, а? Плюху. Опа. Конечно, сюда. Конечно, сюда вот. Так, попробуем. Нет, чуть-чуть не хотел. Ладно, ребят, первое место, главное, мое. И остальное пошло все лесом. Так, у нас воскресный чемпион. Как тебе такая идейка? Тоже думаешь, да, идиотская была идейка? Там этот монстр-трак сзади там давит из себя повидло там, блин. И ничего не получается. Давай, родной, всыпем горсточку люлей. Ох, как он хорошо едет, а? Как он, ребята, хорошо едет. Блин, тут 4 гонки, правда? Не очень мне это нравится, что 4 гонки. Я уже привык просто к 3 гонкам. Ой, стоп. Стоп. Ну ты туда, не туда, блин. Ребят, ну вот это вот дебилизм. Я в шоке. Ну понятно, что тут сфейлился. Дурацкая эта миссия с этими домиками дебильными. Так, тут у нас, надеюсь, никаких пещер не будет, блин. Так идеально проехали, прям вообще. Мне ж прям понравилось.
Ну, супердизель сам знаешь, чем опасен. Крыши нет, ничего нет. Куда-нибудь впендрючился и все. Что за гонка там у нас? А, болотистый кубок. Болотистый кубок, ребят, у нас вот только на этой машинке берется. Ой. Тьфу ты. Тьфу ты, ну ты, лес. Лес погнутый. Ну я тут сам дурачка, ребят, свалял. Баха какая-то еще. Баха, бабаха, ё-моё. Баха. Мне надо было, ребята, подпрыгивать вверх. Нет, я, блин, вниз решил. Ну вот, вниз решил. Что решил, то и получил. Так, мы эту кикимору-то, надеюсь, не пропустим? Нет. Не пропустили. Ну что, у нас последняя гонка. Ох. Ну что, мы теперь этого еще прыща обогнать не сможем, что ли? Офигеть. Ну что, первыми? Первыми, ребят, становимся. Дальше у нас идет кубок претендентов. Фига ты там чепушило наяриваешь. Посвистел он, свистун. Посвисти, знаешь куда? Я тебе сказал куда. Да не при детях будет сказано. Свистунишка. На своем говнобайке. Давай, 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 свисти. Все, ребят, он просвистел свое счастье. Там летун вшивый. Че, получится мне его нагнать? Да как стоячего, ёх, Макарёк сделал, ребят. Просто в сухаря, ё-моё. Круто. Так, у нас тут спойлер. Ох. А это мы не получим. Это у нас под короны, ребят. Под короночку идет. Что у нас под короночку? Конечно же. Премиум. Премиум награда, ребята. Премиум у меня не куплен, его и нету. Давай, 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 не дуркуй. Едь нормально. Едь, как папа тебя учил. Блин! Ну чего ты там скорость свою расти... Всю скорость, ребята, я не понимаю. Он так хорошо едет, начинает вот тут мозготрясничество. Он просто теряет всю свою скорость. Мне вот это вот, меня прям, блин, вот бесит. Едет так замечательно. И, ну вот, все, опять. Какой в задницу, извини меня, круглый. Какой круглый там еще, блин. Круглый, овальный, блин. Глобальный. Я бы сказал бы еще там плохое слово, но не буду. Просто тупарь, тупарь, тупарем, блин, вообще ни в какую. Не хотел ехать, ребят, просто не хотел ехать. Дебила кусок. Ты, блин, из него все, что можно, вытравливаешь, и он не хочет ехать. Эти вон шпарят, а твоя машина, на нафиг, да, пропусти их всех. Ну что это, он каждую кочку, блин, считать будет, что ли, я не пойму, блин.
Идиота кусок, а. Блин, самая быстрая машина, да? У, все. Все, ребят. Да, тут вообще как последним бы не прийти, не приехать. Второе, да, место. Что там у нас, столичный кубок? Попробую я вот здесь вот на байке прокатиться. Идиот, блин, какой-то. Какого хрена ты начинаешь вот дурку-то врубать, блин? Чё тебя переворачивать-то стал, блин? В жопу, в жопу. Этот байк, ребята. Я вот тебе серьезно говорю, просто в жопу его. Достал он, блин. Я не знаю, что с ним происходит. Он не хочет на нем нормально ехать. Он дурака врубает. Просто, ребята, врубает дурака, блин. Да мне твои вот эти вот три эти мне нафиг не нужны. Три. Иди отсюда, чтобы глаза. Может быть, ребята, из-за того, что давно на нем не играл и разучился, может быть, и в этом тоже проблема. Наверное, так он даже будет вернее. Так, стоп, 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 стоп. Промежуточные. Как Кендра там летает. А это уже здесь. Как он тут оказался? Я его даже и не видел, чтобы он там ехал где-то. Давай сюда вниз. Барахло там еще какое-то кружится, кривляется. Да едь ты нормально уже, все, хорош, успокойся. Разок выиграла тебя какая-то парашка, и начинаем тут панику разводить. Чисто случайно ему там повезло, фартануло, так сказать. А мы начинаем с тобой все это принимать близко к сердцу, блин. А потом, ой, сердце, давление, ёк-макарёк. Вот и все, видишь. Тут подлетаем и занимаем первое место. Что и требовалось доказать. По красоте. Да, жалко, конечно, что ботинки я... Вот эти вот... Даже не ботинки, это штанишки. А штанишки это, видимо, от какой-то... Звездная рок-музыканша. Точно, точно, это от нее. Вот это зачем? Вот зачем вот он мне вот это вот сделал пакость? С бустом, блин, а? Опа. Опачки. Нормально. Ты заметь, как едет эта драндулетка. Не моя, а вот эта вот, которая крашеная там. Ты заметь, как она едет. Прыгает на месте. Просто прыгает на месте у него. С какого, блин, перепуга, я не понимаю. Вот и все. Только сейчас увидел, что у нас розовый. Какие там розовые, там у нас вообще волосы всех цветов и оттенков. А, это у нас, я понял. Это я помню, ребят. Вот здесь вот аккуратненько. Опа. Здесь без рывка. Отлично. Блин. Я тебе еще раз говорю, зачем ты мне бустишь вот этот вот? Зачем ты мне бустишь этот, врубаешь, блин? Я, блин, стараюсь аккуратно ехать, он мне просто берет перегазовку, врубает, и все. Так, я тут как можно тише ехал. Вроде бы пока получается, блин. Вот когда буст этот нужен, вот где вот он?
Я его не вижу, ребят. Я его просто, я его тупо не вижу. Я его не ощущаю. Нету этого буста. Когда он нужен? Он есть только, когда тебе он не нужен. Когда ты пытаешься там кое-где в узенькую щелочку проехать аккуратнейшим образом. Вот. Нифига там, чувак, пердолет какой-то полетел. Я, конечно, все понимаю, но не настолько же, блин, борзеть в прыжках. А, друзья мои, вам не кажется? Не настолько же борзеть по прыжкам, что лететь через весь экран. Чтоб ты вписался там, блин, врезался. Конечно же, блин. Все пересчитал, что можно и нельзя, блин. Твою налево, блин, не понос так, золотуха, ну. Едешь с идеальным стартом, и приходится, ребята, все время... Давай ты едь, трущобник, блин. Так, какой там я, наверное, второй, да? А, первый? Первый, ребят. Фух. Ну и славненько. Так, здесь мы с тобой ехали, по-моему, в тот раз вот на этой тачке. Сейчас не знаю, как получится ли у нас тот же самый прикол или нет. Похоже, не получится. Хотя первая гонка за нами, ребят. Первую гонку мы проехали очень даже замечательно. Так, ну это была первая гонка. Ты будешь ехать, засранец. Ну давай ты, блин. Ну хотя бы, блин, с каким вторым? Хотя бы вторым. Там уже запиликало. Слышал, да? Горючие. Идиот. Идиот. Какого хрена ты перевернулся? Болван, блин. Просто болванище, а. Просто, друзья мои, болванище. Последней категории. Так, это же... Да. Ну тут сколько? Тут у нас, по-моему, три гонки будет. Три трассы, да? По-моему, если не ошибаюсь я. Что он там делает? Хочет папу, что ли, наколоть? Так он не дорос еще до этого, чтобы папу накалывать. Тигель какой-то. Тигель-тигель, ай-лю-лю. Я пошел по верхней строчечке. А я пошел по верхней строчечке. Опа. Вот и все, мазепа. Гуляй, Вася. Других слов у меня на тебя нету. Ауч. Ауч. Почему? Потому что, ребята, не идеальный получился старт. Потому что не идеальный был старт. Хорош. Он споткнулся.
Опа, 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 опа. Какого лешего, блин? Да куда тебя тащит, придурок, болван вонючий? Ай, дебила, кусок. Куда тебя тянет-то? Ай, маразматик, блин. Как ты меня бесишь, а? Как ты меня бесишь. Перед финишем вот начинается вот это вот дерьмо. Вылазить из него, из этой машины. Совсем неконтролируемый становится. Совсем делает не то, что надо, блин. Так, Рика, иди отсюда, а. Ну вот это, нахрена ты делаешь, блин? Пипец, я не понимаю. Ребята, делаешь тоже эту гонку, эту трассу знаешь практически наизусть. И прекрасно знаешь, она делает совсем не то, что надо, блин. Нахрена она сейчас вот там впендрючилась, блин? Это кто? Это байкер, что ли? Байкер, точно. Ударился об какую-то фигню, блин. Почему он не перевернулся, ребят, не разбился, а? А едет на заднем колесе. Вшивый-то этот. Ну правильно, блин, врезаться надо, ёпрст, блин. Никто не врезается, а тебе надо врезаться, блин, как самый этот. Да пошли вы, знаешь, куда, блин. Просто едешь. Кто у нас там? Ага. Рок-н-ролл, да в жопу тебе, рок-н-ролл, блин. Я не удивлюсь, ребят, это правильно, с монетным ускорителем. Ну давай ты, ех, парасеты, отлично. Так, ладно, первую гонку взяли. Я уже думал, что его там обогнал, а и там по пятам лезет. Все, ребята. Первое место будет за нами. Первое место будет за нами. Почему? Потому что две гонки выиграли. А их тут всего три. Я его даже, по-моему, здесь, ребята, обставил. Да. Как сосунка. Как сосунка. 3-0. 3-0. Спасибо за 3000. Фух, ребятушки, отличная, отличная была гонка. Так, давай я здесь по красоте проеду. По красоте, блин. Вот на этом. Посмотрим, что получится. Воу. Ну это да, папа может. Ядрен матрен. Я боюсь сам за себя. Ой, тихо. Тихо, 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 тихо. Погнали. Ага, нормалек. Нормалек, нормалек, нормалек. А мы едем на утек. Нормалек, нормалек, нормалек. До свидания. Додурачился. Вот так вот. Фу, ну ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.